Всем привет! Меня зовут Гуля, и я приветствую вас на своем канале. Продолжаю играть Династию Медиал. В прошлой серии я занималась тем, что добывала ресурсы. Но меня, как обычно, перекинуло, потому что нам надо поговорить с Алвином, понимаете ли. Вот прям впритык. Я даже спать не успела его уложить. Это вообще издевательство над моей бедной психикой. Я ничего не успела схватить. Так, Алвин, ты где? И нас еще и перекинуло почему-то в Бер... Короче, в этот город. Я вообще не понимаю. И главное, говорит, поговорите с Алвином. Перекинули вообще в другое место. Ты кто такой? Я могу я вам помочь чем-то? Вы действительно думаете, что Давосек лучше меня? Докажите. Посмотрим, сможете вы собрать больше. Ставка победитель не заинтересован. Так, я сейчас... Не... У меня топов неизвестно хватит. Нет. О, у вас есть вы... Так. Так. Давайте мы... Наобщаемся с дамочкой на всякий пожарный. Нам надо не только, наверное, с дамочками наобщаться. Тебе сколько лет? Ты старенький. Хотя пока... А, покажи мне свои товары. О! А сколько у нас денег? 107. Корм это что? Ресурс для кормления сельскохозяйственных продуктов. У него семена капусты. Ее можно сажать весной и собрать или высаживать летом. Если нужен мешок для посева на поле. Ага. И капуста. Пищевой, который можно есть сырым. Для приготовления, будучи съеденным. Так, у нас тут семена капусты. И удобрения есть. Вес, цена 10. С целью производится из гнили или навоза в сарае. Угу. Так, мы с тобой хорошо поговорим. И мы, получается... Что такое тут? С ним поговорили. Там дальше кто-то бараника. А нам надо домой забрать ресурсы и отнести сюда вот поговорить и продать. Вот так вот. Так, так, так. Где тут? Это я с ним вот и с ним. Вот с кем из вас мне надо поговорить? Там, наверное, с кем-то еще поговорить. Пойдемте посмотрим. А почему мы перегружены? Хороший вопрос, да? Потому что у меня с собой деревянные копья. И камень. Вообще это издевательство надо мной. Так. Что тебе можно продать? Грибы. Если все... Ну, давайте мы все грибы ему продадим. Мяса у нас хватит. И вес 7,5. А сколько одно копье стоит? 6. Давайте копья уж продадим. Что делать-то, блин? Так. Как работа? Я пойду... Так, у вас есть минутка. Подождите, а с кем нам тут надо насчет квеста? У вас есть хорошая погода. Ага, все, поговорили. Но я не могу понять, с кем... Вот тут, вот с кем-то, что ли. Так, не тут, значит, вот тут, наверное, кто-то есть, да? Да. Это ты, что ли, с тобой поговорить? Алина, я хочу вам показать. Вы не могли бы... Так. У нее тут зверобой. Купить. Купить. 2000. Офигеть цены. Ой, как блеет. А с кем у нас тогда квест? Нет, не с ней. Не с ней, не с ней. Так. Вот сюда. Ну, я же там вроде со всеми поговорила. Ну, ладно, пойдемте сходим. Обидненько, конечно. Очень обидненько вот с таким перекидыванием. Так. Ну, это, наверное, вот этот квест. А второй квест у нас получается вот тут. Так, сейчас я туда стрелочку направлю. И вот туда куда-то, да? Пойдемте сходим.
Погодите. Ага, вот тут кто-то должен быть. Ну, я пойду гляну. Человека не вижу. А, вот кто-то есть. Мужчина. Я могу вам помочь. Вы действительно так. А, это вот этот. Ну, ладно. Короче, пошли они нафиг не со своими этими. Нам надо. На эту дорогу выйти, блин. Да, вначале на дорогу выйти, куда-то пошла, а то я. И пойдемте домой заберем факел я на продажу, все выгружу. Правильно я пошла-то? Ага, сейчас направо надо будет на дороге выйти. Вот сюда. Почему именно сюда перекидывает? Я не знаю, наверное, это центральная какая-то считается. Вот сейчас сюда и домой пойдем. Все, пойдемте. А, это у нас так меняется? Круто. Все меняется. Это я к мышкой кручу. И думаю, что такое? Все, добежали до деревни. Сейчас будем все продавать. Так, надо убрать вот это, блин. Эту вот кнопочку. Ой, тут столько людей, кстати, которых можно в деревню взять. Так, ты у меня... Покажи свой товар. У нас 36 факелов на 216. Это хорошо. И я там ягод пособирала, но они почему-то, как обычно, не продаются. Это ладно. Кстати, покажи свой товар. Я что-то не глянула, что у тебя продается-то. Бурдюк, сумка, льняная нить, лен, стебель льна. Это что? Основное для изготовления может быть изготовлен сарай льняная. А где семена? Ага. Цена-то у него дорогая. Семена льна не вижу. Пойду-ка. Ой, ты кто? Так нельзя подкладывать. А ты покажи. Зерна пшеницы. Можно сеять. Это же семена лука, семена моркови, солома. Так. Что у нас получается? А где лен купить? Давай мы с тобой поговорим немножко. Ну ладно, мы надо должны поговорить с Алвином. Он где-то туда. Ты не Алвин? Так, ну-ка, блин, пустите меня. О, еще одна торговка. А ты семена, каша. А, ну она, да, она еду продает и соль. Так. Все. Так, Мегерика. Так, это сюда. А Алвин у нас, получается, вот тут где-то тусуется. Пойдемте поговорим, раз нас к нему направляет. Он, наверное, вот тут вот. Тут звук просто слышен. Так, это не он. Ага. Так. Где он тут? Ой. Не такая кнопка. Ага. Но он вообще в поле в последние разы был. Опять там же лазить, да? Он, наверное, вот этот вот мужчина, который убежал. Мы с ним разговаривали. Что он, интересно, нам скажет? Что нового? Невероятно жаркий день, не правда ли? Здравствуйте. Ничего нового. У меня много работы. И моя жизнь была бы еще, если мой бурдюк... Мой бурдюк еще начал протекать. Что ж, очень печально. Разве не можете просто купить новый? Это мой любимый. Я смогу вам помочь. Вы должны быть очень заняты своей работой. Вообще, мне бы сейчас не помешала помощь запада отсюда, из деревни, в которой есть швейная. Продолжить. Не могли бы вы туда поговорить со Свеной? Смогла бы починить? Конечно, это совсем не похоже на какую-то я вернусь, когда все будет отремонтировано. Так, доставить бурдюк. А он у нас в сумке получается, да? Ага. О, как. А куда это нам? Я не поняла, куда идти. Так. Семена лука нам в награду дадут. А здесь что доставить? Семена лука порвалось. Поэтому нужно куда... Интересно. Так, доставить Матильда. Вопрос. Где живет Матильда? И здесь еще кто-то есть с вопросиком. Пойдемте. А ты кто?
Ага, одобрение. Так. Как вы? Не знаю зачем, но я тыкаю периодически пообщаться со всякими окружающими. И вот тут где-то квестик, да, есть? Это что? Палки, палки, огуречек. Вот, наверное, с тобой, да, Саберин? Чем я могу я помочь? Я потерял свое дно, мне нужно... Не могли бы вы принести еще... Да. И... Новый квест. Я за него рада. Покажите. Доставить ведро. Ведро для доения. И как мне его доставить? Найти просто ведро? Или доставить ведро? Или сделать надо? Что-то я не поняла немножко. А, это он вопросиком, чтобы я ему принесла ведро. А мы делать, наверное, не можем, да? Ремесло. Так, дорога, мебель, украшения, места. Это не то. Это не то. Превышен лимит. Мы тут вообще что-то еще... Мы, кстати, птичью ловушку можем делать. Схема не разблокирована. Ага, это, наверное, перья будут, да? Здесь крысиная ловушка. Недостаточно технологий. Купить схему. Палка и камень. Будем птичек ловить. А вот это ведло не это? А, украсть. Не, они тут стоят, я же не буду тут воровать. Так, доставить ведро. Мы, наверное, его должны все-таки сделать, я так понимаю. Ладно. Ну и цену у вас, конечно, на живность. Да, я про тебя говорю, что ты живность и дорогая. Куда черт тут на меня, понимаете ли? Сейчас мы тут еще... Это что? Палки. Я думала, этот собирается. Папоротник. Он вообще прям как-то для меня редко. Или я просто плохо его вижу. Поэтому не вижу папоротников. Так, ну надо до дома доползти и сделать, посмотреть ведро. А так нам, получается, надо найти вот эту Матильду. И к ней... Ну-ка, подождите, вот это вот убрать. А ягоды я хочу набрать, чтобы сделать этот. Ой, как сказать-то? О, называется гниль. И мне... Она же портится быстро, и может из нее можно получить, я не знаю, вот эти вот удобрения. Но попробовать стоит. Вариантов-то немного. Как-то же мне денежку надо зарабатывать. Здесь ягоды где-то много росло. Сейчас пойдем. Так, давай-ка ты тут вот эти пни вырос. Убери, пожалуйста, чтобы новые выросли. То, что мы нарубили в начале, когда лопаты не были. Не было. Будем по квестам по чуть-чуть ходить и разбираться. Во сколько насобирали. Главное, перегрузы не насобирать, а то сейчас выкидывать придется. И где-то здесь должны быть подорожники. Я как бы даже разглядывала, как они должны выглядеть. И, кстати, птичью клетку надо будет сделать. Во, ягоды. Ну, почти ягоды. Тут и по пути все можно пособирать. Ну, будем собирать ягоды и топать к дому. А там будем разбираться с ведром. Вот уже наш домик виднеется. Тут до перегруза нас собирала, чуть-чуть отъела, вроде отпустила. Сейчас выгрузимся, посмотрим, правильно ли я поняла, как ведро делать. И хотела еще вот так, ловушки. Камень нужен. Камень один, камушек нужен. Так, что тут было? Палка, мне показалось, может, переваляется. Поставить на... хочу посмотреть. Во-первых, надо вот эту свою забрать. Ага, давайте мы сразу поставим тогда ловушечку на зайчика. Так. Ловушечку на зайчика сейчас найдем. А так, палки где-то были. Палка и камушки тут тоже валялись. Вот когда надо, ни одного камня. Вот посмотрите на них, а. Ну где камни-то, блин?
Я говорю, камушек возьми, он палку мне хватает. Так, и где-то вот здесь же давайте поставим, чтобы недалеко не бегать. Где тут зайчика я поставила? Вот. Как она выглядит, я не знаю. Сейчас посмотрим. Мебель, ловушки, птичья. Она прям так должна, не куда-то не наверх. Новый уровень ремесло. Странно выглядит. А мы тоже ограничения по количеству, да, имеем? Повышен лимит, превышен. Так, ага. О чем мы там изучили? Навыки, техника. Так, у нас было ремесленные знания. Здесь что у нас? Модернизация и снижение уровня модулей дома. Это потеря прочности молота. Быстрее ремесло. Больше достосвейное швейное. Ну, давайте вот сюда пойдем. Я не знаю зачем. Ну, давайте так. Все, пойдемте выгружаться. Во-первых, ягоды надо вот сюда, я так понимаю. Это продуктовый. Нет, вот сюда надо. Да. Еда. И вот я тут ягод, да, столько много насобирала. Пусть выгружается. Я не знаю, будет она гнить, нет, но очень надеюсь. Потом в ремесленном сейчас посмотрим насчет ведра. Вот деревянные инструменты. Нам надо ведро. Ага, льняная нить нужна. Понятненько. Лок, деревянная лопата, деревянное копье. Кстати, его можно создать. Сейчас мы сделаем копье. Не знаю, смысл разницы есть или нет, где делать. Ну, логично, что почему не соломенная нитка льняная? Это такое, конечно. Так, что тут у нас назад? Каменные инструменты, метательные каменные стрелы. Ну да, мы это все можем делать. Но у нас с сольном проблемы. Так, давайте мы сюда выложим вот ресурсы. Вот этот вот. А мех я не сюда, а вот сюда выкладываю. Вот сюда. Потому что, надеюсь, влезет. Ага, влезла. Ну что, перышков у нас тоже маловато. Тут есть, кстати, копье у нас, да, одно. Влезет? Два. Мне осталось, не влезло до конца. А что у нас тут с топором? Покажи мне. И что получается у нас? Где тут дневник? Охота. Дождитесь дальнейших событий. Ну, давайте вот это наблюдать. Потому что вот это мы не можем выполнить. Семена лука. Доставить Матильда. Он говорил, в каком городе, но я, как всегда, прослушала. И да, я такая. Ну, во-первых, мне на ночь глядя идти не хочется. Это, наверное, вот сюда все-таки. Или Денику, или Бранику. Но будем искать, что делать. Не пишется. Хотя должно быть. Вот жители. Главное. Движение увеличить. Центр, фильтры. Цель квеста. Да, вот цель квеста. Новый квест. Жилые дома. Ну, значит, нам туда надо будет идти. Кошмар. Это показалось. Знаете, где-то у нас лопата надо пеньки нам выковырить. Давай, выковыривай пеньки. И надо еще денег откуда-то брать. И вот чует мое сердце. Да, я собиралась пока свет все выковырить тут. Давай, камень подбери. Сейчас все повыковыриваем. И пойду еще ягоды пособираю. Так. Тут а то нарубила. Где-то еще пеньки были, по-моему. Нет, там нету пеньков. Я вроде больше рубила деревьев. Что-то пропало само, что ли? Не, ну это неплохо. Я-то не против, что оно само все пропадает. Но я пока это пособираю все. Потом с утра пойдем искать эту Матильду. Так, мы поспали. Я немножко тут ресурсов подобывала. Пойдемте посмотрим. Так, блин, надо поесть, поесть, поесть. Жареное мясо. Вот оно у нас и так немножко подпорчивается. Мы его так чуть-чуть будем подгрызать. И где-то у нас тут наши эти ловушечки. Да, вот тут вот височки были. Потом я тут выкопаю пенечки. Что?
Казалось, за грибочки, которые так. Ловушечка. Все, и здесь где-то у нас это собрать. О. Мясо и перо. О. Классно как. Пойдемте занесем домой. Все, это плохо, что по одной. Почему лимит такой? Я вообще не понимаю, как это может быть лимит. Так, мы сюда все это сейчас уберем, еду. Во-первых, мясо сырое пусть. Оно тут вроде как пока не портится. И надо вот это и вот это. Все. Теперь нам надо на... вот сюда. Ну, вот туда и пойдем. Сейчас ягоды по пути пособираем и пойдем. Тут чуть-чуть ягоды. Я, да, пособирала, там покидала. И не знаю, будет ли это работать. Ух, то, что мы собирали. Ну, как именно будет. А сейчас мы ягоды поесть собираем. И сгниет, не сгниет, буду проверять по ходу. А туда мы идти, я знаю, что тут точно растут. Ой, там кабан бегает, вон. Надо FPS, может быть, ограничить. Тогда лучше бы, может, подрисовывалось. Но мы немножко отойдем в сторонку, чтобы он нас не напрягал. Сейчас ягод насоберем и поедим. Я мясо не хочу тратить. Если сгниет, мы его будем использовать. Потому что мясо точно можно использовать, я знаю. А вот насчет ягод я не поняла. Во-во-во, ягодки, ягодки давайте насобираем. Надеюсь, я правильно поняла, что мы туда идем, куда я... куда нам надо. Так, вот. Для лечения собрали. Сейчас поедим, попьем по пути. Хотя ягоды, конечно, собирать такое себе. Они не толком не наедаются, но... зачем-то же их сделали. И в отличие от охоты, попроще. Но невыгодно. Ой, лисичка пошла, смотрите, вон она бегает. Давай, собирай, собирай ягоды. Не отвлекайся. Все можно одновременно делать. Она, кстати, по-моему, агрится сама лисица. Не знаю почему, хотя не должна. Они обычно это текают от людей, а здесь как-то сделали странно. Она же маленькая. Волки, ладно, понимаю. Их они стаями и сильнее вполне могут. И кабаны тоже. Это всегда так было, что они кидаются на людей. В реале также дикие, имею в виду. Так, еда. Ах! Мы ягод наедаемся. Плохо, что они нам ничего не это не дают. А, тут вот температура отравления. Это грязь. Да. В 10 серии надо было смотреть и понять, как где это написано. И я вполне нормально играю. И, кстати, я в ягодках заметила, растут подорожники. Это хорошо. Так, я ж туда иду хоть? Да, прям туда-туда иду, куда прям надо иду. Вон это не ягодки, кустики? Нет, это просто кустики, почему-то не ягодки. Странно. Похоже на ягодные. Издалека. Водичка. Мы сейчас немножко... Интересно, мы не можем искупаться? Давай. Это палочки, палочки. Палочки тоже. Где лис? Еще ягоды? Что такое? Обида? Обида? Хочу еще ягодок. Поесть немножко. Пособирать. Так, я так вот захожу. Я знаю, что там, когда близко подходишь к деревне, кабанчик. У нас копье, не помню, одно есть с собой, нету, я не помню. О, ягоды, да. Я подальше собралась, там показалось кустики. Думаю, это спустимся, поглядим. А вот они прям тут растут. А то нам сейчас какое-нибудь задание дадут, а нам и поесть, и попить надо будет. Сразу. Там вроде это. У меня один топор целый, и все с собой. Я им больше не брала. Но мы так-то, по идее, можем сразу сделать. Топоры на месте, но все равно. Так. Ягоды, ягоды, ягоды. Давай. Насобирай, чтобы, если что, мы поесть могли. И сейчас вот эти кусты обдерем и побежим туда. А то что-то
Такое себе занятие ягоды собирать, конечно. Чё ты с этого скинулся? Во. Всё, потопали туда. Вот чуть-чуть левее и пойдем. Ага, вот дорожка, пойдемте. Это не подорожник был? Нет, я его... Почему бы его таким не сделать ярким, чтобы я это не мучилась? Сейчас посмотрим. Вот, мы добежали. На самом деле не так далеко, кажется, как бы. А нас так-то рядышком. Все, кому нам тут? Мы прям туда смотрим. Нам нужна Матильда. Ты кто-то стоит? Это девочка, явно не она. О, да. Вот людишки всякие. Угу. Ты кто? Так. Вот чуть-чуть сюда, да? Так. Я хочу... Так, у вас есть минутка. Как вы? Ладно. Ты как? Ага, не тот. А вы кто? Так, это все не то. Где они? Недавно я увлекся охотой. Как работа? Я что, перепутала города? Ну, деревни тут. Это не города. Это больше на деревни похоже. Ой, блин. Ладно. Ты кто? Тоже. Ага. Получается, что у нас? Мы прям вот... Ты кто? Это мы только что общались с ней. Вот это, блин, выпустите меня. А, вот она. Привет, у моего друга порвался бурдюк. Я могу починить. Насколько я могу судить, это, но мне не хватает материалов. Кожа, думаю, несколько штук. Блин. Черт. А вот это вот было неожиданно. Зверобой собираем. Лечебная травка всегда была нужна. Кабаны-то вот тут прям ходят. Только у меня копий с собой нету, по-моему. Сейчас мы поедим. Сейчас я быстро копья тогда наделаю тут. Прям тут. В этом плане тут удобно. Давай с этого все. Ты давай. Это, конечно. Но мы не будем уходить далеко. Мы сейчас прям здесь копья поделаем. Так, давай-ка мне вот лопату, пожалуйста, и выкопать пень. Так, один готов пень. Так. Теперь... Ой, смена оружия, конечно, долговатая тут. Все, давай сейчас мы копья поделаем. А, тут надо раздубить. Еще руби. Куда там упало-то? Ага, вижу. Сейчас пойдем заберем. Сюда. Палки лишние, если что, будем выкидывать. Вариантов нету. Давай, хватай. И делаем копье. Все. Я просто не хочу бегать. Сразу и кожу заберем. Ножик у нас есть. Сейчас наделаем копья и пойдем наохотимся на кабанчика. Вот, даже сразу, смотрите, грузоподъемность уменьшилась. Да, с одного. Хотя бревнышко вполне вероятно. Так. Одно копье, то что получается. Три копье. Три. Деревянное копье. Каменный нож у тебя. Состояние хорошее. Так, мы вот сюда ходили, да? А вот еще у нас недоделанное. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не надо добро пропадать. Во-первых. Во-вторых, нам надо вот это сделать сейчас. Так. Угу. Теперь сохранить игру. И еще, блин, вот так. Ремесло. Еще два копья.
и перегруз уберем. И на это, чтобы точно у нас хватило. А чё у нас такой перегруз? Почему? Чё у нас? Палок, да? Как выкинуть? И вот так все выкинула. Теперь ягоды. Все нормально. Берем копье. И вот тут кабаны вылазили. Это я точно знаю. Пойдем. Сколько надо убить двух кабанов и 4 кожи взять? Вот он прям. Ой, я думала, все, сейчас начнет нас избивать. Сейчас копья все соберем. Угу. 2 кожи, 1 кабан. Сколько копий осталось? Нормально. Вон. Еще кабан. Так, возьми. Ух! Как четенько. Так. Ну-ка, дружище, мне что-то так зашло хорошо на вас охотиться, что? Ой, чуть-чуть все-таки подранил, какашка. Давай, давай, давай. Давай, режь, его копья собирает. Пойдемте, пока они там спать не убежали, отдадим. Все, убери копье. Уф. Неплохо, зато миска собрали. Так. Куда там нам идти-то? Мы где-то тут, да? Где она тут лазит? Блин. Я уже забыла, в каком доме ее искать. Соседям, да? Вот она. Так. Задание выполнено. Я просто люблю помогать. Бурдюк принадлежит Алвину, фермеру из соседней деревни. Должно быть, пришлось... Ой, ну он... О, как хорошо слышал и кое-что слышала. Моя дочь Кинга упоминала. Я думаю, она в него влюблена. Ей бы лучше заинтересоваться кем-то вроде вас. Вы очень находчивы. Спасибо. Ну вот Бурдюк как окно. Вы можете найти Кингу возле фермы. Она присматривает за овцами. Но ведите себя прилично. Так, мы к Кинге идем. Договорились. Так. Ага. Это я так понимаю. Это она намекает, что у нас это... Подружиться можно. Так. Ага. Ладно, будем иметь в виду. Получается, мы здесь все сделали. И вроде не светится, да? Это хорошо. И нам надо обратно... Вот тут 2 вопросика. А почему там 2 вопросика? Дневник, откройтесь. Дневник. Угу. Дать дальнейших событий. Тут вообще все хорошо. Пойдемте-ка попробуем еще поохотиться на кабанчиков, если там рядышком есть. Пока копья есть. Правильно, сколько у нас копий? Еще нормально. На одного кабана у нас точно хватит. Тут, конечно, водится, блин, кошмар как много. Нам просто мясо надо. Даже если протухнет, это будет польза только. Никак. Или мы всех убили? И всего 3 тут было, да? Там олени бегают. Это я на всякий случай про запас собираю. Гниль будет. Ну что-то я больше не вижу кабанчиков. Надо покрутить головой, а то сейчас как выскочит, как выпрыгнет. Вроде нету.
Перегруз на сколько у нас? Почти перегруз, да. Надо немножко покушать. Иди, ягодка, сюда. Восстановимся. Я не знаю, когда нас еще будет куда-нибудь перекидывать, но лучше заранее поесть. И сейчас насобираем. Кабанов я не вижу. Но на всякий случай копье держим. И пошлите в сторону дома. Добрались до дома. Сейчас выложим ягодки. Всякие насобирали, которые... Так. О, сколько насобирала. Почти 1000 ягод. Так, теперь мы выложим мясо сразу. Влезла? Влезла. Это хорошо. Жареное пока с собой. А сюда вот такие ресурсы. Блин, все это такое вот. А, не-не-не-не-не. Кожу мы не сюда выкладываем. А вот палки, да. А копья мы вот сюда выкладываем. И сейчас пойдем. Нам, кстати, должны были дать семена. Я не поняла. Это за выполнение, наверное? Так. Хотя, знаете что? У нас тут есть копья. Эти мы сейчас продадим. И... А вот тут у нас есть что-нибудь на продажу? Гриб, лопа, солома. Здесь каменный топор. 15, нет, вот так вот. Все. Пошлите. Уберем оружие, чтобы не это не мешалось. И пойдемте отдадим по квесту и попробуем продать это все. Потому что нужны денежки. Топорики. Вот это вот все можно продавать. По чуть-чуть и будем продавать. Так, сейчас задыхаться начнет. Он же у нас дохляк. Хотя я ему прокачиваю. Да, там и грузоподъемность на 5 килограмм немножко прокачала. Все по чуть-чуть ягодки есть. Но это мы, если что, на обратном пути будем собирать. Сейчас мы это... О, началось. В глазах темнеет, бегать не умеет, блин. Давай, давай, давай. Надо было на выносливость. Я там на что-то еще у него там взяла. По чуть-чуть веточки всякие качаю. Чтобы было. Давай, надо успеть, пока они все... Во сколько там у них сон час начинается? Да. Ну, идем, идем, идем. Бегает медленно. Вон уже деревню видно. Ой, пока-то бежит. Ёкарный бабай называется. Побежали, побежали, побежали. Побежали, побежали. Я-то тороплюсь еще, чтобы он успел. Так. Эти просто сидят. Нам надо бегом продать вначале. Не успела, что ли? Вы что, издеваетесь? Где они все? Во, успела. Так, мы, значит, тебе топорики. А вот эти вот. Сколько? 11 каждый стоит. Вот, это хорошо. Принимай. Это сколько? А деревянное копье сколько? Три. Не, не хочу продавать. Невыгодно. Потом простой факел. 6. Давай мы тебе вот так. А кожа 3. Тоже невыгодно продавать. Жареное мясо, цена дешевая. Все. Я пойду. Да-да-да. А ты у меня не этот? Все. Где там чувак, с которым мы должны поговорить? Не поняла. Соберин. Так. Не поняла, он уже убежал отсюда, что ли, у меня, блин? Вот. О, боже мой, спасибо, что очень мне продолжить. Давай поглядим. У портного не нашлось кожи для того, чтобы зашить воду, поэтому мне пришлось охотиться на диких животных для того, чтобы добыть припасы. Ничего особенного.
Значит, вы можете сдавать инструменты и так захочет. Потрясающе, женщины должны вас обожать. Да, кстати, похоже, вы приглянулись одной пастушке, понимаете, о чем я. Что вы, я говорю о дочери своей, отлично, сначала Добромила, теперь ее. Ну, сомневаюсь в этом, я просто фермер и знаю, Добромила с самого детства, мы выросли вместе. Вы не думаете, что я бы знал, если бы что-то происходило? Вы, наверное, правы. В конце концов, у вас оказывается невероятно острый ум. Совершенно верно, насчет вашей охоты действительно впечатляет. Вы научились этому, да, отец передал мне кое-какие знания, и однажды я под его присмотром охотился на кролика. Я завидую вам. Мой отец научил меня только одному, как работать на поле. Помните, что в конечном итоге вы сами решаете свою судьбу. Пора мне уйти до следующего раза. Да, в этом есть смысл. Так, дождитесь следующего дня. О как. Ага, это дамочки. Вот так. Наконец-то. Уф, наболтались. Получается, мы дневник сделали. Ждем следующего дня. История Алвина. И у нас... Дождитесь дальнейших событий. Тут пишут, каких событий. Никто нам ничего не говорит. Типа, все, вы сами разберетесь. И где наши семена? Нам вроде семена А, вот, семена лука. Единичный вес. Ремесли можно получить при сборе лука или купить. Его можно высаживать и собирать летом. Нужна сумка для посева на поле. Вот, у нас теперь есть семена. И денежку чуть-чуть мы насобирали. А где у нас тут... Так. Ага, 155 налог. Угу. Население 1. Маленькая ферма, стадия развития. Пища, требования 0. Древесина, нужда. Зданий 7. А, у нас еще надо... блин. Ну, я не знаю. Нам еще надо, наверное, дровяной сарай поставить, чтобы кого-то звать. Я боюсь просто, что я сейчас позову кого-нибудь, а они мне скажут «фу». И не получится ничего, что некуда. О. Так, я думаю, на этом буду заканчивать эту серию. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, ставить лайки и подписываться. Всем пока-пока.